Привет, ребята, продолжаем проходить край эфир. Я там прочитал комментарии, которые вы написали по поводу плохой концовки. В общем, короче говоря, я так понимаю, на хорошую концовку мы теперь никак не выйдем. Вообще никак, потому что не отдал я этому чуваку пистолет. Вот, из-за этого теперь будет плохая концовка у нас и так, что, конечно, очень фигово. Но, в принципе, ладно, бывает, что так. Я еще так и не помню, куда идти, на самом деле. О, смотрите. Ну-ка. Кусок плиты второй, отлично. Ёб твою мать, да что ж такое, а? Дровосек поганый. Ну вот, смотрите, собрали себе плиту. Блин. Ну, давайте соберем. На ней выбрано тюнинским цифр 5, 1 на 1. Угу. Понятно, погнали. Сейчас будем угадывать, что это у нас такое. Либо это у нас пароль, либо это у нас... Сейчас, минутку. Короче, либо это у нас пароль от верхней двери. Двери. Либо это у нас, короче, номер телефона какой-то, не знаю, сейчас посмотрим. В общем, короче, никак я не попаду на хорошую концовку. Потому что я... Это... Как его... Совсем забыл, короче, то, что здесь твои решения влияют на концовку. Я про это совсем забыл. Совсем забыл. Вот так вот. Ну ладно, посмотрим, чем это все кончится. Я, кстати, думаю, то, что последняя серия будет прям... Ну, не знаю... Либо предпоследняя, либо последняя. Потому что до конца осталось прям совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Как он там не охрип еще? Так. В общем, если я не ошибаюсь. 5-1-1. Потом. Я просто римские цифры забыл. Это восьмерка или семерка. Скорее всего, это... Вот это вот семерка, потом вось... Нет, потом опять семерка, потом опять восьмерка, потом единица и шестерка. Скорее всего, так, я просто забыл цифры, если честно. Ну, давайте попробуем, я не знаю. Я сразу скажу то, что я точно не помню. 5-1-1. Не, ну это точно не то. Потому что здесь четырехзначный код, а там... Тут вообще цифр дофигища. Ну ладно, посмотрим сейчас. Сразу скажу, что по поводу циферок могу накосячить. Так, ладно, погнали. Надо где-нибудь записать, что ли. Что у нас тут мобила? Так, короче. 5, попробуем. 5-1-1. Потом это у нас... Если не ошибаюсь, семерка, опять семерка. Либо восьмерка, либо девятка. Единица и шестерка. Попробуем так. Может, конечно, неправильно. И? Я правильно набрал или нет? О, правильно, отлично. Кстати, знаете, вот лицо вот этого чувака... А чё ещё за нахер такой? Короче, смотрите, лицо вот этого чувака похоже на лицо другого чувака из Half-Life 2. Прям очень сильно похоже, реально. Как будто этого молодая копия, я не знаю, не помню, какое у него именно лицо, но очень похоже прям, реально. Так, что тут у нас? Доски написано 2759. На тебе пулю в лоб. Спасибо. Я вас избавил от мучений. Так, я опять не засек время, когда я начал снимать. Ну ладно, примерно прикинем. Лям. Так, погнали.
Тим, вот этот кусок кирпича можно выбросить. Хотя, конечно, по идее голову можно разбивать, но я думаю, лучше пойти и взять дробовик. Какая прелесть, смотрите. Давай, оп. Вот и все. Excellent. Не знаю, в принципе, можно новый ствол взять на всякий случай, я не знаю. Ну, давайте попробуем все-таки возьмем. Вот опять мы вышли наоборот, кстати. Здесь иногда бывают какие-то глючные переходы. А еще я бы сгонял вниз за дозой и ширнулся бы по веночке, потому что у меня половина здоровья, и надо этот как-то исправить все это дело. Так что пошлите, ширнемся по веночке. По веночке, по веночке. По-моему, вот здесь где-то доза у нас валялась, не? Если, конечно, не ошибаюсь. Так, отлично. А, ну да, я забыл. Так, ну-ка. Ое. Пацаны, это вообще крутяк. Меня так вставило. Вообще. Блин. Кстати, вселенная Fright of the Monsters и Cryo-Fear связаны. Они как бы, даже не то, что связаны, они как бы в одной вселенной происходят действия. Я это вот только недавно узнал. Вот. Потом объясню как. Да, так, 27.59, да. Че, смотрим, что у нас здесь? Так. Куча оружия опять валяется. Так, это ГОК, аптечка и ГОК. Че, патронов нету, что ли? Да, нафиг он тогда нужен-то, блин. Проще было с дробашом сгонять. Ну ладно, возьмем пока дозу. Если что, загрузимся, возьмем дробовик. Потому что так, ну, здоровье полно. Кстати, там еще что-то валяется, смотрите. Ага, вот пошел, поехал. Вот смотрите, подобрали патроны для этой новой пушки. Ну возьмем, не знаю, или дозу оставить. Ну дайте. Ладно, даже если там будет босс, чем быстрее мы его убьем, тем лучше. Кстати, где доза-то? Слушайте, надо его... Надо дозу выкинуть на видное место. Давайте вот так вот сделаем. Давайте-ка вот так вот. О, все отлично, чтобы мы видели, короче. Ой, горло болит. Извиняюсь, ребят. Мужик, давай померимся. Ну не надо, ну давай померимся. Ну давай. Пидор. Давай померимся. Давай попробуем выйти на хорошую концовку. Ну же, чувак, давай же. И что? Мы никак не сможем помириться? Докторишка. Медик. Давай будем дружить. Я же вылечился, не? Я что, не вылечился, что ли? Странно. Ну ладно, чё. Кольнём второй раз тогда. Кстати, а где второй ствол? Что за чушь вообще? А, я походу не сохранился. Стоп, я сохранился. Так, где мой второй ствол? Который супер-пупер убойный. Это дерьмо. Блин, ладно. Ладно, подобрали там пистолет, погнали воевать. А вот если бы я дал ему пистолет... Блин, давай померимся, чувак. Ну, чё ты какой?
Ну не дал я тебе пушку, ну с кем не бывает, я тебе не доверял. Пидор, ну и сдохни тогда. Так, фонарик мне явно не нужен. Не нужен, да, так что давайте. Фью. Давай, вылезай. Щем прям в башку всадим пару пуль. Ща, давай, детка. Ну, влезай. Че это такое? Я еще не попал? Отлично, попал. Да ты пидор. Че-то взял, прибежал, упал. Ну и... Дерьмо. Нифига себе. У него револьвер, кстати, походу. Сука, по нему сложно попасть, ну ладно. Слушайте, это будет очень нелегко. Короче, как он вылезает, нужно первее стрельнуть. Ну да, в принципе. Раньше него стрельнуть, и когда в него попадешь, он залезет обратно. Вот, собственно, и вся схема, как я понимаю. Разоблачение. Вот опять я накосячил, конечно же. Пацан уже хромает, кстати. А, черт возьми. Вот за аптечкой пойду. Я в жопу этот ствол, короче. В задницу. Где моя аптечка? Может, что, плитой убить? Подбежать. А, слушайте, может на натуре взять плиту, в башке прислонить. Может, нам бошку стреляет. И прямо этой плитой его замочить. Ну, давай же. Еще самое главное, ты раньше него стрельнуть, вот и все. Май гад! Зи Шварцен Небель! Шайсен! Саймон Шайсен! Ну? Ай, черт. А, Шайсен! Добиваем его, добиваем этого. Шайсен. Все. Вот так и закончилась битва. А вот, собственно, и мы, походу. Это мы в будущем, что ли? Что ли? Или что это? Это ряд упражнений, которые нужно выполнять, чтобы ты смог забыть о том, что было в прошлом, все эти плохие воспоминания и страхи, которые тебя тревожат. Ты любишь книги, Саймон? Я не знаю. А что? Хорошо, я спросил, потому что я хочу, чтобы ты попробовал кое-что. Я хочу, чтобы ты написал книгу о своих переживаниях. Ты бы смог сделать это? Наверное. Можно попробовать. I can try. Ни хрена себе. Ну вот и все, ребята. Мы сделали свой выбор. Вау! Хо-хо! Давайте так круто о нем это... Барабан так. Интересно. Он после того, как стреляет, дует на ствол. Типа, знаете, там такой дым идет такой. Типа, смотрите. Давайте, блин, что сделать-то, я не пойму, а? Вот это к чему? Ключец. Ключец этот. Погнали, короче, засейвимся пока. Это вообще... Ну, блин, я даже не знаю. Давайте пока вот этот ствол выбросим. Возьмем ключ и откроем то, что надо. Ну вот и все, ребята, назад уже пути нету. Вот. Сейва не осталось, так что хорошей концовки не будет однозначно.
не будет. Не будет. Это, наверное... О, лампочка появилась. Это, наверное, взамен фонариком. Смотрите, птички поют. У-у-у. Все, мир обретает свой прежний вид. Да. Птички поют, Даже, по-моему, светлеет немного. Ну или нет, не знаю. Так. Опа-на. Мать твою. Бля, быстрее включай свет. Я чуть не обосрался. Это шутка такая, да? Круто. Боль. А, слушайте, в натуре светает, смотрите. Круто. Там так это написали, типа, мы же играем за Саймона. А что, если тебе написать книгу? Надо перефразировать, короче, знаете, на этот, типа, а что, если тебе сделать мод про свое прохождение? Может, автор этого мода пережил все это в своей жизни и решил сделать по этому мод? Это, конечно, шутка. Я очень надеюсь, что это не так. Так, где черный выход-то, я забыл, блин. Черный выход. Так, понятно. Газуем в подвал. Мне незачем туда спускаться, блин. А куда тогда? Идти. Так, короче. У нас было пара дверей, закрытых на втором этаже. Может, где-то здесь что-то есть, вот раз. Вот два, вот три, вот четыре. Это не то. Короче, три двери у нас закрыты. А, все, вспомнил, куда идти. Да, блин. Чё-то я не догнал нифига. Вот где-то вот здесь, где-то здесь, блин. Такая дверца небольшая. Короче, выведет нас в главный двор, типа... Во внутренней, так сказать, этой больнички. Блин, сейчас найду. Вот смотрите, я нашел. Открываем. Идем за стволом обратно. Давай еще разок. Блин. Не спотыкается, зараза. Так, у нас есть здесь доза? Нету. Есть у нас здесь доза? Нету. Такс. Может, есть у нас вот здесь где-нибудь дозняк? Какой кошмар. Его даже фонарик не освещает. Это слишком жестоко. Так, ладно, идем сохраняться. Идем. А, точно, точняк. Погнали. Так, ну чё, продолжаем приключение. Найдите дорогу домой. Еще опять педофильский лес. Этот чувак с бензопилой. Но фонарик, в принципе, уже почти не нужен, потому что на самом деле уже более-менее ярко. Рассвет там, типа, все дела. Скоро мы наконец-таки узнаем, что у нас происходит здесь. Что за срань такая? Револьвер. Мощный короткоствольный револьвер с тяжелым ударом. Все. Ща мы всех порвем. Он что, револьвер двумя руками что ли держит? Да ладно. Он же маленький.
Зачем его двумя руками держать? Ну ладно, не важно. Не важен. Не суть. Прицел, правда, не очень удобный, но ладно, в принципе. Есть кто живой? Люди! Ой, как тормози. Это все из-за воды. Гребите при помощи. О, нифига себе. Врезаемся! Все, мы потерпели. Лодка крушение, не знаю, как это назвать можно. Посудина. Посудина крушение какое-то. Да. Ну, гребем, потихонечку гребем. Не знаю, как Саймон вообще может грести с пулей в плече. Но как-то может. Слушайте, сейчас что-то будет, я прямо отвечаю, сейчас что-то будет. Сейчас какая-нибудь срань из воды высунется и меня запилит, смотрите, смотрите. Сейчас, внимание. Угу. Бу! Не, нифига. Уже ничего не будет. Обалдеть. Ну ладно. Какая тихая, спокойная обстановка. Какая-то фигня на экране повисла. Интересно, а если я сейчас использовать нажму, он в воду упадет, утонет? Нет, не упадет. Он даже не выйдет из лодки. Нет такой функции. Это наш дом? Вот это, кстати, я так понял, весь его путь от школы до дома. То есть он, получается, до школы на лодке плывет. И назад тоже на лодке плывет. Представляете, какой чувак? Обалдеть вообще. А, это не наш дом, ну тогда. Ну тогда здесь все понятно. Вот опять темнота. Так. Давайте ширнемся, что ли. Сейчас самое главное, чтобы пушка в текстуру... Ой, в эту щель не провалилась. А то я, мне кажется, уже не подберу. О, кстати, смотрите, дубинка валяется. Такие звуки дают. О, мать твою. О, боже мой. Ой, бля, пошли вон. Ну, сука, испробуем на вас новую пуколку. Ну-ка, давай, доставай ее, блядь, доставай. Да, сука, достань ты револьвер. На тебе по щам. Как круто-то, а. Слушайте, мощная штука, мощная. Так, опять доза валяется. Запоминаем. Что валяется на будущее. Слушайте, ну капец, одного выстрела валит револьвер. Это же обалдеть. Это очень мощная вещь. Надо ее на такие случаи оставлять. Блин. Хухрен. Ой, ребята, у вас руки светятся, смотрите. Да-да. Какой кошмар. Так, ладно, ребята, давайте продолжим. Пришлось там ненадолго вырубить видео.
Так, ну что, продолжаем наше приключение. Я, кстати, не знаю, может, я эту серию объединю с финалом, то есть не буду делить на две серии. Посмотрим, короче. Потому что все-таки последняя серия, ну, я думаю, финал будет очень скоро. Очень скоро прям. Так что, скорее всего, объединим все в одно и прям так выложим. Злой рок. Так, ну-ка вставай, вставай. Блин, перезарядиться надо. Давайте пока перезарядимся, а что еще такое? Какое-то пятно. Блин, не то. Ой, вообще ничего не видно. Ой, вообще ничего не видно. Блин, жалко то, что просрали пистолет с фонариком. Можно было бы взять дубинку и пистолет, это было бы прям вообще обалденно. Никакой фонарик бы не был нужен. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куда? Ух ты, мамочки. Нафиг, 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 задницу. Перезарядимся пока лучше. Так, у нас, конечно же, фонарь под водой не работает, да? Ну, круто. О, блин. Так, чувак, давай дави на газ. Так, а что такое? Давай, 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 давай. Блин, мужик, выныривай, ёб твою мать! Фокинг. Какая прелесть. Так, восстанавливаем немного силы. Ладно, погнали. Думаю, этого достаточно. Бля, куда дальше? Слушай, сука, куда дальше? Так, сидим, сидим. Слушайте, а что, назад, что ли, приперся? Ёб твою мать. Я, походу, назад приперся. Перепутал стороны и приперся назад. Твою ж мать. Ну, ладно, короче. Попытка номер два. Давай, 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 чувак. Ты сможешь. Греби, греби, бля. Все, отлично, успели. Так, мне вон туда. Да. Вперед. Надеюсь, я на этот раз не ошибусь. Нет, не ошибся, отлично. Или опять я ошибся, что-то не пойму. Еще как-то все больно похоже. Так. Вы что, издеваетесь, что ли? Да ладно, это смешно. Вернее, это нифига не смешно. Какого хрена? Ёб твою мать, слушайте. Так. Ну просто-напросто быть такого не может, что я опять перепутал направление. Такое ощущение, как будто здесь какой-то телепорт стоит гребаный. Все, нам вон туда, все, запоминаем, погнали. Выныриваем. Вернее, ныряем. Так, так, отлично. Вот опять то же самое место. А, сука, закрыто, ёпта. А, во-во-во-во. Так, так, давай, давай, давай. Давай, чувак, бля. Не хватало еще сдохнуть в колодце каком-то. Около дома, к тому же. После всей этой срани, то, что мы пережили. Эта участь не особо меня радует, на самом деле. Так, опять. Погнали. Так, выныриваем опять. Так, нам куда-то вон туда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Что такое ощущение, как будто я кругами плаваю. Такого ведь не может быть, а? Или может? Может, я опять сбился? Чё-то как-то, блин. Так, ладно, продолжаем. Здесь еще и раз два. Ё-моё. Слушайте, здесь самое главное заблудиться. Потому что если заблудишься, будешь туда-сюда вечно плавать. В итоге умрешь от скуки. Потому что это просто кошмар. Давай, чувак. Блин, ладно, выныриваем, короче. Так, еще. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, какой кошмар. Где мы вообще ползаем? Ё-моё. Слушайте, может, есть какая-то карта, я не знаю. Да. Беда. Так, мы здесь уже были. Или не были. Я помню вот эти вот закрытые ворота и... Стоп, их здесь нету. Вон они. Нет, нет, не они. Вон они, да. Мужик, выныривай, блядь! Выныривай! Твою мать. Как все сложно-то, а? Блин, еще зараза, фонарик нифига не работает под водой. Вот опять я не туда поплыл. Вот это срань. Бля, сейчас сдохнусь.